Майкраф, всем привет! Как меня слышно, как меня видно? Всем доброе утро! Вот так я сделаю микрофон. Скажите, как меня слышно, всем доброе утро! Сегодня мы будем заниматься, продолжать нашу тему, сложную и очень важную, про... про... почему мы считаем, что, что Всевышний это правда, почему мы думаем, что Тора это правда. В общем, на каких основаниях, что мы видим в мире такого что дает нам так считать. Всем доброе утро. Скажите, слышно хорошо? Да? Звук, звук mm -hmm. есть. А то бывает, что микрофон меня подводит. О, супер. Так, всем доброе утро, всем доброе утро, всем привет. Вайкра, подключаемся. Так. Виртуальный бейдмидраж. Я же с Вайкры зашел, правильно? Все, все правильно? Мы на Вайкре? игра <laughs> да значит что сегодня мы будем с вами обсуждать есть такая штука называется она теория вероятности еврейская штучка такая и сегодня мы немножко от нее будем отталкиваться максим привет да, всем доброе утро, очень рад всех видеть, с кем мы не знакомы. Меня зовут Эйтан, трансляции по утрам веду или я, или Ицхак. Сегодня, как вы могли заметить, веду я. Все, 10-10, бомба, по -по понеслась. Значит, сегодня такое доказательство, оно очень интересное и очень сильное, очень клевое. Значит, приходит человек и утверждает, что но обычно люди что утверждают? Они утверждают, что э, не было откровения, правильно? То есть э, все так или иначе э, религии, они э, базируются на том, что они утверждают, что было некое откровение. То есть у нас был прямой контакт с Богом у кого-то, и теперь мы дальше это передаем. Кирилл Кателянский. доброе утро, раби. Доброе утро всем. Все, да, всем продуктивного урока понеслась. Значит, они утверждают, что, что, э, в общем, было какое-то revelation. Э, кстати, к этому уроку прикреплена ссылка, там очень крутая инфографика и вся, целиком вся вот эта информация будет в ссылке, туда, и, там есть русские субтитры, это очень крутой Раф из Америки, он также доктор наук, закончил он UCLA, Калифорнийский университет, э, вот. Значит, они приходят и утверждают, что было какое-то откровение. Потом приходят, то есть мы утверждаем, что было синайское откровение, так? Синай был Бог спускается на гору Синай, все евреи узнают про то, что есть Бог и оттуда, отсюда начинается вся заваруха. То есть это точка отсчета. Теперь приходят потом люди и говорят, что говорят, что не было этого. То есть иными словами, это ложь. И в какой-то момент эту ложь прокинули. То есть, когда-то эту ложь э, засунули в головы людям. Каким-то образом получилось у кого-то запихнуть ложь, вот эту, что Бог разговаривал с вами на Синае. Каким-то образом у них это получается. Теперь вопрос: тогда встает следующий: как это можно сделать, как можно заставить в это поверить? и Возможно ли это вообще так? То есть, это вопрос доверия вот этому откровению. Теперь. Есть, в общем-то, в теории три варианта, но по-хорошему только два, наверное, давайте обсудим. Есть только два варианта, то есть, смотрите, сейчас вот в эфире, да, много человек, и у меня сейчас получается цель, я такой, значит, харизматичный лидер, и у меня цель, значит, убедить вас всех, что вы сейчас видите Бога лично. Так. То есть это то, что Тор утверждает про 600 тысяч э, евреев, и в сумме там это миллиона три человек. Что я сейчас хочу вас убедить, вы видите Бога лично. Тьф. На эту тему проводили исследование, возможно ли такое. Была секта такая, Apple был такой какой-то сержант, генерал Apple White, что ли. Был немножко психопат-мужчина. Веселый такой был человек в Америке. В Америке, как вы знаете, с сектами весело, там, и макароновые человечки есть, и в общем, что там только нету. Теперь этот. А, Маршал. Маршал Apple Уайт. Вот. После того, как вся эта заваруха с его сектой произошла, студент, университет ближайший, они решили исследовать вообще, как можно поверить в эту чушь, как это возможно вообще. Значит, там секта была такая, он был такой очень харизматичный товарищ, очень невротичный тоже, и он смог 40 человек, которые потом, как выяснилось, были некоторые докторами наук, то есть там не было глупых людей. 40 человек, они в итоге, секта закончилась тем, что они все покончили жизнь самоубийством, он в том числе. В процессе мужчины отрезали себе половые, половые органы, и, значит, и там было несколько таких вещей, в общем, они пытались исследовать, как вообще это возможно, что нормальные умные люди пойдут за человеком, там, 40 человек пойдут за человеком и в итоге до смерти себя доведут. Значит, к чему пришли э, в итоге этих исследований вот этой вот интересной секты? То, что для того, чтобы организовать свою секту, то есть это сейчас я вам рецепт даю, в общем, можете идти вперед. Шутка, не надо. Значит, э, нужно два фактора. Первый фактор – это харизма, то есть ее как-то можно отрабатывать, в общем, быть таким очень харизматичным, убедительным и так дальше. Второй фактор, и очень важный, это то, что ты говоришь, невозможно проверить. Он там говорил, что за нами прилетит корабль. В общем, мы устали все от этой жизни, и к нам прилетит SpaceShip, этот корабль, летающий космический, который нас увезет отсюда. И там в один момент была комета, пролетала где-то там, ее видели во всех телескопах. Он сказал, вот это, вот, это, вот это наш корабль, теперь все должны одеть полиэтиленовые пакеты, полиэтиленовые пакеты на голову, наесться там какого-то химиката. В общем, и мы попадаем на этот корабль. Так он сказал, но они все наелись доктора наук да люди такие интересно значит два фактора нужно нужно быть а харизматичным чтобы люди пошли за тобой и люди э, просто если есть вот этот э, если есть этот момент они будут тебя слушать второе то что ты говоришь не должно быть невозможно проверить теперь вот то что он говорил он говорил ты же не знаешь там он заберет тебя не заберет корабль не корабль э, и он, он. То есть он, он ничего конкретного такого не сказал, что можно прям взять и сейчас проверить. Вот, то есть, два фактора. Теперь, то есть, получается, и эти исследователи сказали, что все религии и секты, которые, начина... которые начинались таким образом, что человек утверждал что-то, что вот прямо сейчас происходит, и вы должны вот в это поверить, и это можно было как-то проверить, мы о них не знаем. Они просто не начались или очень быстро закончились. Так вот, то есть получается, есть теория первая, как э, какой-то там абстрактный, ну, допустим, это был тот же Мойша, да. Он, значит, был такой э, шулер, не шулер, как это правильно сказать, в общем, обманщик такой, да, и как-то он смог, э, ну либо это был не он, а кто, в общем, кто-то пришел, убедил кучу, кучу народу, всех как-то он обманул. Сказать то, что это было сейчас, то есть вы сейчас видите Бога, или вот ваши... Един... Что... То есть невозможно сказать, прийти к людям, я не могу к вам сейчас прийти и сказать, вот вы видите сейчас Бога, и все ваши, и вы должны нести теперь эту религию с собой. Единственное, что можно сделать, и это единственный вариант, на который все ставят, те, кто говорят, что это вранье, они ставят, это теория прошлого называется. То есть... То, что я говорю, должно быть непроверяемо. Как сделать это непроверяемо? Не вы видите Бога? А вот ваши родственники, ваши роди, ваши предки, много поколений назад и чем дальше я это делаю, тем лучше. Они видели Бога, а потом произошла катастрофа, катаклизм, все завершилось и вот я, значит, как там у мормонов тоже, да, он приходит из пустыни с этим, с какой-то там книгой на каком-то языке, который может читать только он. И Вот я прихожу к вам с книгой. Вот, держите, да, и, и все, и мы, и так, и так, так, и я плюс я то есть это проверить нельзя, плюс я харизматичный, так можно начать религию. И так, в принципе, все, э, все религии, то что кто-то откуда-то приходит и говорит что-то, что нельзя проверить, так они начинаются. Да. Uh, то есть так начинается и христианство, и буддизм, и, 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 там, и мормоны, и в общем, и все секты. То есть, это один человек, который харизматично говорит что-то. И дальше весь вопрос доверия данной религии, он строится на чем? На доверии данному конкретному человеку. Окей, okay, значит, теперь. Uh... Что он говорит, то что что-то произошло в прошлом. В чем проблема? То есть проблема с первым вариантом, что я прихожу и вас сейчас убеждаю, что, что вы видите Бога прямо сейчас. То есть это просто исключено. Ну, и как бы... Нет, это просто нету такого паттерна. А вот то, что я вам говорю про прошлое, проблема здесь элемент такой с иудаизмом, что его отличает от всех других религий, что нету вот этого в еврейской истории. Нету ни одной записи о человеке, который принес эту информацию. То есть, если посмотреть на любые другие направления, то всегда человек, который, который является источником данных, он ключевая фигура во всей системе. То есть нельзя вырезать Иисуса из христианства или, или Мухаммеда из Ислама, или или сикварта Гуатаму из Буддизма. И, то есть это ключевая фигура, и во всех, во всех направлениях вот этот человек на нем в принципе все и стоит. То есть он главная точка доверия, он главная точка, откуда все начинается. Теперь в, в иудаизме написано, что в Торе написано, что 600, все, это написано 3-4, наверное, что все видели Бога лично. Огромный, ну, весь, весь народ без исключения. И нету никаких упоминаний о том, что эта традиция где-то прерывалась, и о том, что есть тот святой, прекрасный, восхитительный человек, которому мы доверяем больше, чем собственной маме, который нам все это вернул. Упоминаний таких нету. То есть это отличие первое, да? То есть эта вся э, система, она идет без прерываний. Иными словами, можно вот такую картиночку сделать, да? Э, такая картиночка. Значит, как мне показать? Вот так. Значит, вот это треугольнички, да, в принципе, так начинается любое, любое какое-то религиозное направление. Есть один человек на вершине, и потом у него все больше последователей. Теперь, что такое Тора? Это вот, этот, вот эта штука. Это миллион людей, миллион в начале, и миллион есть всегда через всю историю. Это отличие первое. Теперь вторая вещь, и главная, которую нам нужно обсудить, собственно, по теории вероятности – звучит следующим образом. Значит, есть, в, мы с вами сказали в Торе, такой пазл, да, интересный, который отличает его от всех остальных э, направлений. Это э, утверждение, ну, утверждение, что миллионы людей видели Бога лично. Такое сильное утверждение. Теперь э, такого утверждения есть, э, грубо говоря, 80 тысяч. 80 тысяч религий и сект за историю человечества, и второго такого утверждения нету, то есть чтобы было такое утверждение потом без прерывания вот этого столбика, чтобы был такой цилиндр полный, такого второго утверждения нету. Теперь о чем нам это говорит? Давайте разберемся. То есть приходит человек, говорит, что вот эта ваша тема это ложь, да, то есть кто-то это придумал. То есть это, другими словами, вот этот весь сина и не сина, это было что? Это было естественное обычное событие. Это была куча, я не знаю, рабов, которые сейчас на Филиппинах видели, вулкан там был, ох, что там было. Он извергается, там гром и молнии, только шафара не хватает. В общем, был, как, было какое-то извержение вулкана, или это куча рабов египетских, выходит из, значит, в пустыню. Там у них начинается, я не знаю, джары-глюки у них начинаются грибов они наедаются, в общем, я не знаю, что там произошло, инопланетяне прилетели, любое, в общем, он объясняет этот человек это каким-то естественным образом. Теперь дальше у меня на это возникает вопрос. Какой вопрос? Что такое естественным образом? Что такое естественное природное событие? Ну, что такое природное естественное событие? Естественное событие это то, что повторяется. То есть это, это природное событие равно повторение. То есть и наука, и все. Мы, мы изучаем те события, которые повторяются. То есть яблоко падает это естественное событие, которое постоянно повторяется. И мы понимаем, что это естественный процесс, который происходит. То есть естественность равно повторение. Теперь, э, так это работает в абсолютно всех областях. В, это так работает в физике, в химии, в истории, в социологии, везде. То есть э, не повторяется там, я не знаю, именно сам Наполеон, но паттерн, схема того, что при появляется какой-то мужик, который захватывает полмира. Есть Наполеон, Македонский, в общем, это, это много, это повторяющий, история повторяет себя, есть тоже такой принцип. То есть как в химии и физике те события, которые повторяются, они естественные, а дальше есть какие-то, у которых нет вероятности, что они произойдут, мы называем это неестественные события, либо то, что вообще невозможно, да, какие-то розовые единороги. Мы знаем, что они не бегают по улице, так мы думаем, что, наверное, все-таки нет розовых единорогов. И точно так же в истории. История повторяет себя. То есть есть война, войны происходят. Есть схемы, по которым войны происходят, они будут происходить. Есть вот эти лидеры, эти лидеры, Страны начинаются и заканчиваются, цивилизации начинаются и заканчиваются. То, как они развиваются, там есть алгоритмы, которые повторяются. То есть там детали, краски, они меняются, но схемы одни и те же. Так, теперь в, в среди э, религий есть, оказывается, одна, которая, у которой схема, да, э, которая не повторяется ни в одной другой. Теперь, если событие не повторяется ни разу, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что это событие не из э, рамок причинно-следственных связей, которые есть, к которым мы привыкли, повторяющихся событий. Это что-то, то есть, если сейчас вот у меня этот там стакан полетит вверх, да, или вода в нем, я вот сейчас сделаю так, харизматично посмотрю на вас, сделаю так рукой, и вода тут такая полетит, значит, то что? То это будет неестественное событие. Но дальше, если оно будет постоянно, Эйтан будет творить вот это вот, эм, будет этим постоянно заниматься. Плюс еще расскажет другим, а что за схема за этим стоит, какая там формула, да? Сначала все скажут, вау, как это может быть, невероятно. А потом мы выучим формулу, которая за этим стоит, или как там, чему натренироваться-то надо. И потом окажется просто, что это естественные события, про которые мы не знали. Но оно повторяющееся, его реально делать снова и снова. Так вот, да, мы узнаем, как эту воду, значит, Теперь, ну то, короче, то событие, которое естественное, оно повторяется, неестественные события не повторяются, и это называется что-то трансцендентное, чудо, что-то, что находится вне, э, источник извне, то есть если яблоко вдруг летит вверх, то у тебя сразу причина, э, у тебя сразу вопрос, почему, в чем причина, ведь это невозможно в рамках природы, это что-то сверхъестественное, supernatural. Окей, okay, про повторяемость мы с вами узнали, теперь все, все э, с, религии, секты, религиозные мировоззренческие направления они точно так же повторяют друг друга. И какой паттерн повторения? Простой паттерн повторения. Какой? Приходит человек, говорит раз, два, три, значит будет у вас, ну и там дальше несколько пазлов. И он сам прекрасный человек, он говорил с Богом в будущем будет спасение и ну это пазлы плюс минус одни похожие да в разных религиях в будущем будет значит все кончится история там будет спасение и это еще один пазл то что мы должны там что-то делать или во что-то верить. Еще один пазл, да. В общем, много таких пазлов. Теперь среди этих пазлов в Торе есть один особый пазл, которого нету ни в, который невозможно повторить и который делает ее совершенно отличающейся от всех остальных вариантов. И что это за пазл? Это утвер... вот это утверждение, что миллионы людей видели Бога лично. Теперь очевидно, что для любой религии это было бы выгодно, выгодно такое утверждать, такое, ну то есть что лучше, если один человек пришел из пустыни или три миллиона. Теперь тот факт, что это событие ни разу не повторилось, говорит о том, что такое естественное нормальное событие, которое повторяется. Но из всего эксперимента, который ведется 80 тысяч раз, грубо говоря, это, этого, этого пазла не повторилось ни разу. Ни разу. О чем это говорит? О том, что вот это событие, оно другое, чем все остальные события этого рода. Все остальные работают по естественному паттерну, как это устроено. А вот эта штука, она устроена по совсем другому паттерну, потому что... А может кто-то это дописал потом в книгу, а может что-то. Ни в одном другом направлении из восьми... То есть если это обычное событие, то оно должно было повториться. Но из того, что оно не повторилось ни разу и нету другого такого утверждения, мы видим, что Тора здесь one of a kind, одна единственная. Какие на это примеры можно привести? Там э, кубики, да, бросаемые, например, кубики. Два кубика по шесть, э, ну, в общем, вы поняли, кубики. Теперь какова вероятность выбросить две шестерки? Там одна тридцать шестая, правильно? Дальше два раза вы приходит человек в казино и начинает вот так их кидать. И кидает два раза, то есть там 36 на 36 умножить или сколько. Ну, в общем, вы понимаете, да, там в, это, в геометрической прогрессии будут увеличиваться эти цифры. Какова вероятность бросить 100 раз подряд? Там какой-то один к миллиону получается. И вот он, он этот товарищ бросает эти кубики. Допустим, 80 тысяч раз. <laughs> ну, допустим, не 80, 100 раз. Там к 100 разам вероятность выкинуть 100 раз подряд 6 на 6 и 6, она как сколько-то там миллионов или миллиардов. В общем, один к огромному числу. Теперь и... Какие у нас варианты, почему это происходит? У нас только два варианта. Сказать, либо это чудо. Либо что? Либо что кубики намагничены. <laughs> То есть, что это тоже естественное событие. Ну, скорее всего, этот товарищ просто намагнитил кубики. И более того, да, его охранник хватает, загребает, и он, его сажают в тюрьму. Почему? Потому что мы видим здесь странное событие, и он, он говорит, ну я же кидал кубики, все же нормально, это же ничего, ничего сверхъестественного. Мы говорим, нет, ты здесь что-то подстроил. И похожий пример... Приходит человек, значит, он ведет такую трансляцию, значит, показывает нам, смотрите, вот ручка, я пишу ручкой, она пишет золотом, золотом пишет ручкой, и мы прям все видим, да, приезжают, это группа исследователей, ручка пишет золотом, вау, ничего себе, как ты это сделал, а там еще не кончается это золото, бесконечная ручка с бесконечным золотом внутри. И этот товарищ дает нам формулу, говорит, вот по этой формуле я вывел эту, в общем, как эта ручка работает, как это вообще устроено. И собирается, значит, я не знаю, 100 исследовательских центров, и они проводят эксперимент, потом еще один, потом еще 10, потом 1000, и что? А не получается у них эта ручка. Он дал им формулу, по которой он говорит, он это сделал, но ручку у них это золотом не пишет. К какому выводу мы приходим? мы приходим к выводу либо, то есть, что он дал нам неправильную формулу, либо что он, либо что он соврал. То есть это не это не естественное событие. И чем больше раз мы повторяем этот эксперимент, тем тем больше мы понимаем, что источник был неправильный. И тут э, то же самое. С каждым повторением эксперимента, то есть количество религии оно огромное. С каждым повторяющимся экспериментом ты понимаешь, что вот это повторить Нельзя. То есть, что это выдающееся события 1-1 один, один на миллион. И теперь дальше алгоритм такой: кто-то приходит и говорит, а может, это они там были, с, значит, глупые, сумасшедшие, вообще подавленные, униженные, безграмотные, рабы в Египте. Мало ли что им там привиделось. Потом они выходят в пустыню, а там были какие-нибудь испарения. Испарения там, чудо испарения там были. И потом был вулкан. И принятели инопланетяне. Вопрос дальше какой? Вопрос такой. Это... То есть ты хочешь сказать, это естественное событие? Да, естественное событие. Ну, ты говоришь, ну да, то есть, то есть ты пытаешься объяснить это естественным образом. То есть, что там не было Бога, это просто природная материальная штука. Э, значит, следующий вопрос на это какой? Природные события, любое естественное событие, оно происходит больше, чем один раз? Но по-любому говорит да, потому что это суть естественного события, оно происходит больше, чем один раз. Какой на это ответ? Значит, это не естественное событие, потому что оно не повторилось. Секундочку! Но может быть, это Марс зашел за Юпитер и тыры-пыры. Секундочку. Ты хочешь сказать, это естественное событие? Да, это естественное событие. Естественное событие повторяется больше, чем один раз? Да, больше. Значит, это не естественное событие. Дальше ты что не... на этот алгоритм? не э, не придумывай оно его обойти не получится то есть и здесь поскольку повторений было уже очень много и э, исторически все процессы должны повторяться история повторяет себя и среди дальше всех и мы знаем что такое религия что такое какое-то вот эти мировоззренческие такие духовные направления это треугольничек есть человек сверху от него идет это дальше среди тысяч десятков тысяч Треугольничков ты вдруг находишь цилиндр, и ты понимаешь, что это не повторяющееся событие, это что-то э, сверхъестественное. И значит, событие, которое начало вот этот вот цилиндрик, вот эта вещь, с чего она началась, вот эта вещь, которая все начала, это сверхъестественное событие. Повторяем с длинным циклом, как ледниковый период. Например, мы еще не дождались. Это супер вопрос. Я, в общем-то, пытался к нему уже подвести. И э, то, что я ссылку прикрепил, это в самом конце видео. Э, там этот Раф занимается этим вопросом тоже. Если коротко, может быть, я сейчас попробую на это ответить. Это примерно так же, как с ручкой с золотой. Вы повторили этот эксперимент с ручкой, он не получается, да? Повторили его 80 тысяч раз. Теперь э, с каждым разом, то есть с первым разом, в принципе, в, вау, ты видишь, ручка пишет, все реально, да, прям классно работает. Ты повторяешь эксперимент разок и думаешь, что, ну, может, у меня формула неправильная, может быть, там у него условия какие-то другие были. Потом ты повторяешь этот эксперимент с ручкой еще раз, и у тебя не получается эта ручка. Ты думаешь, ну, может быть, что-то. Ты повторяешь еще раз, и у тебя с каждым разом вероятность того, что это возможно она все меньше, меньше, и меньше, и меньше, и меньше, и меньше. Дальше, когда ты повторил это 80 тысяч раз, у тебя вероятность того, что это действительность, она становится 1, ну, то есть там 0, 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 1%, который уже в расчет даже сложно, в принципе, невозможно взять в расчет. Дальше приходит вот человек, да, вот говорит, например, а вдруг мы еще не... приходит, значит, к нам Максим и говорит, а вдруг мы еще не дождались повторения? Это возможно? Возможно. То есть, может быть, нужно просто эксперимент сделать 80 тысяч один раз. И тогда-то эта ручка и получится. И тогда мы узнаем, что это повторяющееся событие. Но, э, то есть, к моменту 80 тысяч повторений к одному, ты понимаешь, что это практически невозможно. И пока это не повторилось, ставить на то, то есть, и действовать так, как будто бы... Это естественное событие, это, ну, это бред, потому что на данный момент у тебя вероятность того, что это естественное событие, стремится к абсолютному нулю. Вот как бы, да, если коротко, ответ на этот вопрос. То есть как человек, который провел тысячи экспериментов про ручку, не будет верить в то, что это естественное событие, так же и здесь пока, пока это не произошло, а этого не произошло то есть если произойдет тогда, будет, тогда тогда есть что обсуждать но пока этого не произошло мы не считаем то есть ты не подходишь к этой ручке как будто это, как будто это норма и это естественное событие в общем и из этого паттерна из того что в торе есть вот этот блок пазл который повторить невозможно мы знаем что весь этот цилиндрик начался с События, которые невозможно повторить в рамках естественных событий, что это что-то чудесное, что там была супер супернатрул пауэр, начала всю эту историю. Это то, что мы с вами сегодня узнали. Надеюсь, это кому-то помогло. Для полной информации смотрите ссылку. Там это расписано очень круто. Всем большое спасибо. За... Там прям с, с визуализациями со всеми делами вы сможете понять. Это, возможно, лучше. Всем большое спасибо за внимание. Ээ, голосуем. Значит, мы здесь за то, чтобы Тора была э, осознанной и, и понятной. И это то, к чему, к чему я стремлюсь, что я хочу сделать, в общем-то, в этом курсе немножко увеличить количество ясност, ясности в этой теме. Это одно из очень сильных вот это объяснений, почему, э, почему э, на Тору не то что, почему это правда, почему это правильно, почему на это нужно полагаться и как минимум можно полагаться. Все, всем э, большое спасибо за внимание. Все, мы с вами сегодня про... узнали про теорию вероятности, все дела. Все, пока, всем хорошего настроения, бай, вайкра, увидимся, возможно завтра, бай.